Короче, это тестил сегодня этот OBS, этот, блядь. А, записывает который? Ну, посмотрю сколько. Ты на видяху поставил? Типа кодер. Да все я там ставил. Чтоб Кодер. типа не через спрос писалось. Да. Я God of War записывал. Первый раз что-то записал, там я настройки не менял. А там битрейт стоял 2500. Я ищу Да, качество. у тебя там качество кайфовое прям. Я посмотрел сегодня. 3 2 500 это мало, но для Вова, не знаю, 4 500 5 пойдет. Да, для Вова-то понятно. Я там, короче, въебал какую-то хуйню. То ли задержка, то ли что-то. Блять, какую-то хуйню натыкал там. Я уже не помню, блять. Короче, он меня. Ну, час. Час записи, получается, гиг 300 весил. И там прям, ну, размывается, видно эти Ну, пиксели. запись хуевая, ну. Да, хуевое прям качество. Ну, это битрейт 2500 стоял. Ну, это God of War, мне кажется, там надо больше ставить. Но, опять же, охота, чтобы не загружалось сильно, чтобы там задержки не было. Прикол в том, что, типа, в God of War у тебя видяха грузится нормально так. Я бы даже сказал, на Я фул. на минималку Она там въебал все. всегда она на фул будет грузиться. А А подскажи, в Вове где у у тебя две тебя... с половой битрейт? Извини, пожалуйста, что перебиваю. Ну этот, кто он, блядь, OBS, и там всякие настройки есть, вот, там вот этот битрейт, блядь, Не, я настраиваешь. охуенно просто шарю в ОБС, я прям сейчас на стриме. А почему шарю? Потому что я вот недавно просто заебался там жестко вообще в этом ОБС, и теперь я его выдрочил так, что, ну, пиздец. На Ютубе на 2,5 ставишь или на Твич? Какой YouTube, какой Он Twitch? просто Я не записывает стримлю видео. нихуя, я просто записываю и заливаю. Я не стример. Я никогда ничего не стримил. Этот, ну, Хрюк, если ты в Дисе, тут фул я набрал. Нам Давай ДК пока. нужен. ДК нужен. Ну, кого тогда? У кого свичнуть? Кто не хочет, кто на замену? Равис сможет на замену. Стримит, запустите, дайте ссылку на стрим, смотреть ваши игры. Не, нам ДК нужен. Какую замену? Ну на, вот тебе в Дискорде стрим. Похуй. Спасибо. Этот. ДК нужен, это да, это конечно да, блять. Типа поебать. Равис, тебе еще Скажи, куда-то Даня. уйти надо или что? Ладно, я что думаю, блядь, давайте просто ебанем эту всю хуйню по-быстрому. Жрите рыбу. Даже 2 ДК. Короче, давай это. Побей. Сейчас посмотрим. Да А какие еще? зачем? А зачем вам ДК здесь? Какие гриппы? Дальше не надо. Грипает чемпов. Там контролить А надо просто. зачем? Просто контроль нужен и все. Короче, поехали. А то видите, нужен будет. Кто там из паладинов? А, Лингрен, да? Ну пошли. Я, короче, начну и до конца его буду держать. Здесь у ворот танчим. Давай я Богу лучше сдать подержу, потом. и я себе бабам сниму. Да не надо, не парься. Во-первых, меня не убьет никак. Я всю эту хуйню еще в актуале танчил. Во-вторых, у Мишки группа интереснее. Да и, блядь, я не хочу чилить стоять. Понятно. Так что это... Ты чиль стой, короче. Да, в конце можешь Боб, в принципе, в конце кинуть. Потому что если ты по себе Боб даешь, ты себе этот КД вешаешь нахуй на прожим. А так у тебя будет прожим. Да я по тебе сдам, Боб. Ой, блядь. Так непривычно циферки. Раньше там косари сотни набирались. Сейчас вон что нахуй. Ой, лучше, сука, не буду смотреть туда нахуй. Короче, это... Черви вылезут. Какая там тактика, я забыл. Я, короче, Я держу. огненную заберу. Да, ты заберешь. А все будут бить ту, которую я буду набирать агро, которая вылезет вторая активная станет. Это зеленая дура. Вот ее будем зергать. Ну, под Герой. Вот, и потом уже второго червя. Знаете там, да, на РНЖ там стоит всю вот эту хуйню. Это точно ИВК?
Наверное, блядь. Это, ну и там... Да, это и пока. В лужах не стойте, вот этих пидоров мелких хуять. Ебать, на актуале вы бы уже сдохли. 5 стаков ровист. 8 мистери, нахуй. Там они бы уже лежали, нахуй, просто, блядь. Их 2 раза бы резнули, они бы еще сдохли. Так, эту я забираю. Да, первую ты, вторую я. А вот тут в угол упрусь, милики, я хуй знает. Хотя давай похуй, чтобы вы били в этот... В спину бейте. Упирайтесь в угол вы, я... У меня рывок есть, я вернусь. Рейндж там наберите получше. Сейчас, блядь, зеленое говно кинется. Эту парашу слизень, этот, блядь, червь пускает в одного человека, нахуй. Если больше одного словят эту хуйню, значит вы хуёво стоите. Даже плюнуть не успел, нахуй. Под морду не заходи, бидон. Все, отводи там миликом, чтобы бить было, там лужа растет. А, все, похуй, уже заполз. Кто заморозился? Никто не заморозился. Он отлично. Не плюнул. Отлично. Ну чё там, как на стрим в Дискорде лагает, нет? Нет, нормально идет. Ну-ка, чё там, FPS? Ну вон, 13, 14, 16 FPS показывает в рейде. 10, нахуй, 9, ебать. Ну, лагов нет. Идёт стабильно, ладно. Не, мне стремновато. Кстати, рейндж наберите. Милики разбежались, сейчас будет плевок огненный. Постойте на рейндже. Вот плевок идет. Захильте, глыбу прожми, молодец. Все, теперь добивайте. Молодец. Вот 4 тела захиливайте, блядь. И отойдите от рейда и друг от друга. Вот захиливайте. Это, ну на этом пидоре самое главное. Это. Бежать. Чтобы он въебался в стену. Чтобы он не в людей въебался, а в стену. Да, вот допустим, под щитом здесь орды танчим, да? Давай я сейчас. Я не помню, как там ставить, чтобы. Здесь ускорения нету, короче, так что сразу отбегать. Как-то, блядь, ставить, чтобы милики в угол упирались и били, типа, это вот так? Я вот не помню, блядь. По-моему, вот так, блядь. Там какой-то уголок есть. И похуй, блядь. Вот, смотрите, блядь, вот тут в столб встаете, тогда у вас, это, проще будет отбежать от столба. Вон, на кого там летит? Ворота бегит сейчас. Ворота? Ну, вот бежим оттуда, значит. Ой. Тотем, что ли? Да, тотем. Убирайте тотемы нахуй, всю хуйню петов, там всю эту залупу. И это, давайте, блядь, разуйте глаза, вот сюда встаньте, возле столба. Да ебаная ты, тварь тупая, хули ты меня станешь? Вот. Да чё звездочка не ставится там, блядь. Вот, поставил метку, сюда сбегайте, сейчас весь рейд сюда прибегайте. В звездочку, ну в столб перед звездочкой встанем. И когда этот пидор будет на нас бежать, мы просто отбежим вправо-лево, кому как удобно. Ну такой, блядь. Встаем, упираемся в столб. И отбегаем вправо-лево. Вон черепок прямо на столбе, просто убегаем отсюда. Блядь, да ну нахуй. Кто это нахуй? Это некромантика, нахуй. А почему ты, ну, не... Что у тебя за проблема, блядь? Понял. Это естественно. Ну, с такой... У кого там, нахуй, активация стоит микрофона, нахуй? Какая-то залупа там, блядь, дети. Ребята, через кнопку поставьте. У кого это стоит? Блядь, я пока сворачиваюсь, смотрю. Ставьте через нажатие по рации, блядь, то есть, ну, вам надо кнопку нажимать, чтобы это... Так, чё тут, короче? Ой, это... Рольте, чё, кому надо, чё тут всю эту хуйню, я крестик. Рец, кому надо, рольте, рецепты здесь. Забирайте, чё, кому надо. Ну, я не пылю, я крестики нажал. Так... Я пока запускаю, пока вы там разраливаете. Блять, это медленный медведь бегает.
Надо ему вчарить скорость бега, походу. Может, и не надо. У Ликс форма кота есть. Интерналов кто-то это банить или не надо? Не надо, или... они не банятся, во-первых. Им надо сбить каст, если что. Старым каким-нибудь, ну. Инферналов просто убиваете. Вот они появились, и вы их убиваете. Сначала вулкан, потом оставшийся инфернал. Я, короче, на боссе, ну ты чиль, бегай. Босса к вратам подведешь? Блять, нахуя? Зачем? Так убьем. Ну вот, получается, что это? С левого плеча босса постоянно врата будут появляться. Вот, допустим, если босс у меня здесь перед мной стоит, то врата вот здесь примерно появляются. По вратам я первый стан сдам, полидрин. Ага. Это. Ну, Шектор, знаешь, да, метку захиливать? В принципе, остальные хилы там тоже все знают. В метку главное быстренько все киньте по хилке и все, пизда. Ага, да, будет. Так, на этого сейчас я поставлю лут. Это будет утешение. Кстати говоря, косты сбивайте там. Кто там? Три роги. Есть так и поржить. Лучше красть магом. Кстати, не знаю, это ДБМ будет мне показывать стаки эти, нет? У меня предыдущие ДБМы, штуки две, блять, не показывали стаки. В принципе, сейчас я так посмотрю на босса. Где у него появляется эта хуйня? Привет, всем. А вот, захиливайте нахуй эту метку. А чё, там фул, да? Эту хуйню уешьте, да, мы его камнем. Да. Заходи на стрим, смотри там, блять. Это... Появились стаки? Нет, у меня анонса не было. Уже спиздили. Уже спиздили. Сука, а где они отображаются? Как это, блядь? ДБМ боссы на дырявые, блядь. Почему нету стаков на нем? Вот на Бенстиллере щит. Щит, кстати, 100 тысяч. Подожди, или... Нормально, да. Раньше-то вообще было сколько? Хуйня. 30, что ли? Не 40, или 30 тысяч. Короче, апнули. Это за... Это из... Далеко. Это из X5. На вальках что там, 4 ляма говорят щит? Это же вообще дичь. Инфернал, опа. Свечитесь, вулкан. Давай первый массейв, Лингрен. Чё меня хуярит так? Вулкан. Вы, блять, вулкан будете бить или что, нахуй? Сейчас инферналов миллион появится, теперь инферналов добивайте. Давай второй шектор массейв. На огонь там, мастера. Врей, выйди с огня, нахуй. Алло, блять. Че, уснул, блядь? Или что, каст, блядь? Каст! Да похуй, диспейлите с меня. Ну, блядь, вот здесь вот похуй, не похуй, а потом целка агер нахуй не делает, что надо. Тут челики от этого инста отвыкли, ты че, блядь? Чтобы тут все четко исполнять, надо сюда по КД ходить. Не, ну видно же, что он каст произносит. Может, это проебали, как это называется. Энергию с... Факеры. Босса добивайте. А вар кто, Армс или чё? Армс, походу, да? Каст не сбивает. Так. Понятно, блядь. Всё на распу. Кому надо трофеи? Полтинник продать. Ну или этим друлям, короче, кто в деревяшку. Ладно. Кольцо хаст МП5 надо кому-то 58. Плюс у рейд. Ну или ролл киньте. Арбалет, если можно, скинь, пожалуйста. Арбалет скину. О, что-то я на стальже слишком тихо сделал. А я же убавлял микрофон до этого, а-а-а, там регулировал. И это, парни, а там щит забрали так чисто на трансмут или прям по необходимости с первого босса? Не знаю, спроси, кто забрал. Я монетку жал на продажу. Не знаю, спроси, но кто забрал. Так, холидринку на распыл эту хуйню.
Блять, жаль, утешения нету. Отходим к щитам орды. Так. Ребята, ребята, кто щит с первого босса залутал? Ну, Жора, спилили. Ну, вы не пылите просто, кому-то, может, надо. Человеку, допустим, на варе. Он же браджин. Вот с ним говори. Мне тоже. Танковский причем. Кто умеет это? Локи или маги какие-нибудь поторговать ебалом и отбежать к рейду, чтобы 3-4-5 мобов на вас пошли. Так, Лингрен первый начнет танчить. Сейчас посмотрим, с какой стороны лучше нам будет. Так, Нузл, да. Лиса. Не, слушай, с Алисы начать. Короче, тогда Лингрен начнет отсюда. С квадрата. А рейд будет стоять здесь вот примерно. Нужно будет, когда он начнет, нужно будет, чтобы кто-нибудь, маг или лок какой-то, вот примерно к ромбику подошел, чтобы 3-4-5 мобов на его пошли. И обратно в рейд. И там уже начнем расконтроливать. Первый убиваем череп. Второй будем убивать крест лока. Вот. Ну там может и не его, а там еще другую поставлю метку. Сейчас по контролю. Значит. Там еще маг. Значит, звезда. Да мага похуй. Этот. На мага сбивать косты будем. Этот. Митяня в дисе. Такс. Митяня, короче, смотри, вот этот маг, узел чародей, ну на него поставлю, давай, луну. Вот этого пидора запомни и сбивай ему косты. Вот. Так. Звездочку, короче, контролим. Значит, я кидаю три вихря и дальше продлеваешь некромантика, чтобы он не хилил. Ну и кружок хила контролим. Равист контролишь вихри и мистери кидаешь фиры. Кто там, кстати, еще у нас? Так, вар. Это, блядь, рога, треугольник. А, нету там сова, блядь. Могу на Вилану сесть, к примеру. Да, если это, если пойдет, там увидишь, что без контроля. Яд на минус хил намажу, дурманищий. Так, я там ниже, где этот ДКшник, кстати, Тирий, блядь. Где этот пидор? А, вот он. Вот что, мне ДКшника и Вара подержать? Ну, кто на тебя пойдет, тех и держи там, а, как получится. Щит у тебя есть там какой-то зеленый, чтобы они на тебя шли? Шектор, соответственно, хилишь Лингрена. Так. У Вадикона остается вихрь свободный. Ты его юзай на свое усмотрение с корнями по миликам. Корни по миликам, вихрь там на кого захочешь. Вот, остальное, ну, Акиса на усмотрение жабу, сбивай косты кастером. Бидон Зубраджин тоже там. Маги, если видите, вас хуярят глыбу, смело нажимайте. Потом чё? Ну, тут как ПВП играть. Разбойники, значит, давай распределим. Первого мы будем зергать череп, это хант. После ханта крест. Если вдруг крест будет далеко, то я скажу, кого бить. Значит, этот, еще есть... Сова, что мне метка есть свободная? Нет. Нету. Вот сова. Я сову посмерчую. Давай, ты сову посмерчуешь. Этот. Седжук. Нет, крипток. Если увидишь, что вихри кончились на сове играешь станами и этот что-нибудь там каз сбиваешь и бежишь дальше бить цель. Потом. Что-то, мне кажется, дохуя я парюсь, да? Седжу, короче, на антаре сидишь, который прист. Ну и все, посмотрим, как вы сыграете. И таргета никакого Е. Гера, да, с пола? Да, это самое. Акиса там пизди. Это. ТШПшника-то нету. Ну да, только тебе. Акиса и Митяня вам с цели, которую рейд бьет. Надо пуржить ходки на хил, которые идут. Остальное все как в ПВП играем. Так, даю отчет. Лингрен пуля это. Мы к
под щит подойдите, сейчас кто-то выйдет там. В принципе, может, я подбегу. Встаньте к стене на доски, на эти деревянные. Хули вы вышли вперед? Лингрен спулит уже, тогда мы пойдем. Все, вот к черепку подбегаем, сейчас к нему мобы отбегут. Контрол. Сейвы. Так, отбегайте от этого. От треугольника, квадрата и ромбика. Короче, они все равно пошли все. Да, играем PvP. Вихри кидаем, всю хуйню. Он мне нузлу кор не дал, бля, нихуя, он, наверное, расстроился. Фиряет меня как проститутку. Диспел. После черепа крест бьем. Крестик вон он нашли. С мага за контролем. Ой, блядь. Фир есть? Так, после крестика звезду начинаем играть. Так, вару дал. Диспельните, но... Диспельте все. После крестика звезду играем. От квадрата бегите, бегите от мобов. Все, кор не дал. О, молодец, спасибо, что привел. Так, звезду с, это сольете, и там этот самый стан. Да, бабл снимите, присты. Бабл. Снимите. От треугольника бегите, это рога. После звезды кружок бейте. Сейчас мага повихрю пока. От треугольника бегите. Нузла сейчас кто-то позбивает, ему косты. И от квадранта бегите от вара. Так. Алло, блять, как слышно? Кружок бейте. Мага потом убьем. Вы что разные цели бьете? Алло, блять. Как у вас дела там, нахуй? Кружок бейте. Сбивайте ему каст. Диспельте с него ходки. Дайте фир по этой толпе, блять. Чтобы эти пидоры разбежались. Присты, два живых приста. Вар живой, блять. Вот. Другое дело. Так, после кружка теперь луну убьем. Так, рогу вихрь. Луну зербим. Да ебаный в рот, блять. Так, после луны этого петуха. Сейчас где он там? Вот звездочку тоже добивайте, он там, блядь, при смерти уже. Дайте эфир в эту хуйню, в толпу. Контрольте мобов. С дизармы там. Вот луну добивайте, мага. И звезду. От треугольника только отходите, это рога. Блядь, сейчас корники. Так, звезду добиваем. Ну и давайте, кто там у нас? Треугольник бейте рогу.
остальных контролем. Сове сало там кидайте ПКД, вон там эти станы, фиры, вот я ему вихрь дал. А он, блядь, все уже. После треугольника звезду убьем сову. Я тебя резал, Геншин, опять сдох. Пацаны, три моба бегал. Фиры когда был. Там, когда босс умрет, с мобом не разговаривайте, чтобы валик не запустить. А то я сундук не успел утонуть. Попытку еще проебем, вдруг убьем, блядь, на плащи. Так, наручи, латы, крит, МП5, это хуйня на распыл, да? Так, не выпало нихуя хорошего. Ткань, ступни, дух, хаст. Надо кому-то? Покемон плюсует. Покемон. И в рей. Ну, покемону закинул, киньте ролл вдвоем, да парольте. Кто выиграет, тому отдадите. Кожа, грудь, дух, хаст. Хуйня на распыл. Если надо, ролки, да, если похуй, то это самое. Так, вроде все забрал, подходите к воротам, опускаем босса. Так, чё, как мы здесь будем, нахуй? Последние разы-то там шары надо было ловить. Сейчас вот надо или не надо, блядь, столько танков спекать. Лезет джипс у кого? Ну, они дамажат шары, сейчас все равно нормально. По зато неделе в ПГ. Так-то да, блядь. Значит, и там еще щит и подряд, ну, подапал. Чё, ты какой будешь танчить, Войт? Я это... Ту, которую светлый. Рейд бьёт, да. Я звезду. Значит, ты тёмную, да, берёшь? Да. Короче... Кто там в танка будет? Бурибай? Не знаю, хватит трех танков, нет? А у Барибая нет танка спек. Вон он в танке, блядь. Так, есть. Половишь сферки. У кого еще есть танк половить сферки? Не уже спекнулся. А, рарник. Ну давай, короче, это самое. Значит. Рарник, короче, со стороны от черепа до квадрата примерно твоя позиция, а этот самый Бурибай твоя от квадрата и до крестика, вот это примерно здесь. Этот, ну, рейд стоит вот здесь на первой позиции вальки, на второй, когда перебегаем, вот здесь, ну, перед лицом вальки, вот. И, значит, рарник также остаешься в черепе, вот, а Бурибай перебежишь туда. Не, почему? А что мне сюда
Мне не лень сюда добежать. Ладно, это самое. Не надо зеркалить, так же перебежали сейчас. А, перебежишь тогда. Вот. А, от луны. От луны будешь и до треугольника, ну, с той стороны ловить. А Бурибай переключишься, получается, от черепа до треугольника с этой стороны. Ну, а мы здесь жопой от центра будем ловить танки. Понял, да, Бурибай? Все понял. Я-то сам не понимаю нихуя. Я надеюсь, что вы понимаете. Дай отчет, пожалуйста. А, сейчас. А нахуя тут отчет? Они еще бежать будут до нас. Че, припод хочешь пить или что? Да. Да зачем? Забей, зачем? Так, в целка пили. В целка пить. Они еще бежать сюда будут. Провист. Там комбо сразу накидывается. Понятно, это самое даю отчет. Все вместе стойте. Я цвет не взял. Сейчас быстренько возьму там на пульте, но... Вов, блядь. Там у меня, возможно, агра будет дохуя. Ты с меня типа не таунти. Не обязательно. Просто по мне каплю там можешь дать, если хуёво будет. Главное, смотри, чтобы твою вальку ДДшник не сорвал. Так, рейд у нас сейчас под черный, да? Короче, Лингрен, смотри. Все нормально, этот щит сбиваем. Че, где щит, кстати? Да криво показывает, сколько у него это. Нормально. Короче, непонятно было, сколько там абсорба у него. Сейчас либо вторая способность этой вальки, либо переключение. Так что готовьтесь, стойте недалеко от этой хуйни. Лингрен, короче, если надо будет переключаться... Я возьму белый и возьму кружок, а ты ну, вот поменяемся, короче, с тобой. А мы когда перебежим, ты возьмешь уже черный. Вальками поменяемся. Чтоб я видел, что рейду прожимать. Темное, нормально все. Также бьем звезду. Так. Этот. Давайте, короче, уже берите белую и начинайте другие сферы ловить. Я Эйдис забираю. Она, кстати, и так на мне была. Дай Геншин на ХП. Вадикон ресни. Турита ресни. Пошли перебежим потихоньку. Возможно, будет этот самый. Хотя сейчас белые должны быть две способности, либо одна. Короче, мы кружок бьем под белый, нормально, все правильно. Все так кружок и добиваем. Тик, ну, нормально, короче. Да видишь, под черный, наверное, был. Да, я мисклик. АГЦ, ёпта, бля. Зажал, короче. Упало. Че упало? Ригагер. Выбор. Понятно. Не, из этапа платных закричали, небось, да? Так, кому-то этот... Короче, беспонтовая шея на танка, ну это полная санина на распыл, я думаю. Так, выбор, выбор. Кидайте ролл на выбор, я посмотрю по ИП, у кого больше. Чё, два человека? Бля, из Брэджин ты угораешь? Тебе-то это нахуя? Так, кто там? Седжи, Бурибай, Давинчи, Врей. Ну, Бурибай выше всех. Так. Только Бурибай в рейд ходит на ДКшнике, а Седжи на роге ходит. Так, если чё? Вы хотите апать людей, то профит не будет отдать роге, которому она апает. Да, я с этим, да, согласен. Я соглашусь. Чё, Бурибай, скажешь? Нет, там надо напали ДПС дохуя. У тебя, допустим, сколько я видел, пятнашка в обычке спала. У Хулидринка 18 и выше.
То есть, ну, там в Геру, ну, пока не вместится. Надо подняться по, ну, по другим. Зачем запустили? Че, уступишь, короче, Седжу? А так я могу по ПГП отдать тебе. Он в Геру ходит, твой перс не попадет пока в Геру. А вот хук, а вот ДКшник попадет. Бурябай, ну ты ответь хоть что-нибудь. Давайте думайте быстрее. Плюс-минус. Уступает. Забирай, вещи, вещи забирай все. Че упадет? Вещи забери. Ну, только... Отдай, короче, помогу, просто мейну и все. Не клинку. А там хуй знает, кто у него мейн ДК или пал. Просто ДК больше дамажит. Лучше трыню отдавать тому, кто ходит 25 хм, усиливать состав. А он усилит вообще рогу? Чего у роги за трыня? Он рогу он усилит. Же... Просто вот вопрос на засыпку. Он же мутик, по-моему, а мутику что? Да, сила, мутик. Так, и... Она ему хорошо зайдет, но у него вроде нормальный трыни, я не знаю. Мутика усилит, а если комбо, то нет. Я могу вместо ГБЗ выбора дать, там хосты подбавить, и будет охуительно. Короче, этот самый Бурибай, что скажешь? Или что? Или как? Ну да, если вместо удобства заебись будет. Короче, мне решить за вас. Ладно, я в принципе да, роги. Да. Я роги тогда отдам. Ты успеешь еще. Давай я решу. Дай мне, блядь. Ой, бля, у нас же нет хантов. Придется напуливать нам боковых. Инст несложный, его можно фармить по 3 штуки, блядь, неделю. Так что, ну, все зависит от желания. Можно 100 тысяч твинков одеть. Так, сколько я там сейчас я гляну, сколько там я ГП говорил? Сука, где это? Сколько? 33 минуты? Так, 100 ГП. Плащ 250. Блин, всего 100 ГП? Плащ дешевый получается. Так, по тактике на этом боссе. Значит, я буду босса танчить. Лингрен, короче... или что тут, блядь, в 2 будем нахуй? Я не помню. А я думаю, под босса их заводить и кливать, убивать. Да кливать это понятно, блядь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что 4 одного сложат точно. Вот, а 2 жука танк затанчит. Но у них есть ренжа у этой ауры, у жуков. Вот, если их танчить по бокам задних лап у босса, то должно вроде как ренжи хватать, чтобы их заливать. Ну давай, допустим. Че вот у нас? Вот так. И вот так, к примеру. Может быть шире. Не обязательно так. Это я просто как ориентир поставил. Вот сюда я поставлю очко босса. Вот. Теперь по фазе закопки. Сколько фаза минут, секунд длится, это вы в курсе, да? Я уже сам не помню, нахуй. Минуту он под землей. Минуту под землей. Минуту 20 на земле. У нас две позиции, откуда бегать. Ну, если босс зарывается возле звезды кружка, мы вот в треугольник идем. Ну и там ближайшие какие есть эти, как они. Так, короче, давай тогда в 2 танка. Кто там? Хулидринг, давай спекайся тогда. Твоя сторона будет твои 2 жука со стороны кружка, а Лингрен со стороны звезды твои 2 жука. Берете, подводите. Сейчас мы вам еще на пул выдадим. Короче, история напуливаешь на Лингрена, он в звезде, а Седжу напуливаешь. Давай вместе с криптоком напуливаешь на Хулидринка, он в кружке. Вот это ваши стороны мобов, запомните. Вот. Мобов надо подвести к боссу. И смотрите, чтобы на них ауры не появилось больше одной. Потому что один другого моба они усиливают. А если они одного моба 3 моба усилят, то они просто вас шотнут. Вот. Под жопу босса заводите и кливаем.
Задача какая? Максимально дать АОЕ и в этих четырех жуков изергануть их. То есть все включаем АОЕ билды. То есть милики, кто там? Рарник, Борибай. Рарник самое главное, смотри, будь со стороны кружка, Борибай со стороны звезды, там один на пол. Так. Ну, в принципе, я думаю, Киса с Давинчи вы разберетесь. РДДшники, ну от вас просто залив требуется. Просто АОЕшка. И по боссу, и по жукам. Все, а там посмотрим, как мы будем по боссу играть. Две пачки вроде выходят. Сейчас, ладно, сейчас вспомним тайминг. Если что-то не получится, то, блядь, попытку пробьем, пару траев дадим. Может, ебанем, может, нет, хуй знает. Все, давай, проверка. А по баблам распиши. Ну, кто боб? Бабл тогда. Не по баблам, а по бобам. Бобы. Так, первый Шектор, второй Рарник. Так, это на первой закупке. Ботинки, но нет русской. Пока что этого хватит. Первый Шектор, второй Рарник, а потом третий так побегает. Ну или добавится кто-то там. Три оставим. Первые триксы в тебя кидают, а вторые в холле? Нет. Или сразу же? Мобы выходят через 10 секунд после пула. Вы не кидаете в меня на пул. То есть я сам наберу игру, короче. Сейчас я стану рядом с боссом. Занимайте позицию примерно между звездой и этим, и кружком. Я, кстати, рыбы не ставил, нихуя, ладно, похуй. Давайте, даю отчет, готовимся. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас я его подведу. Жуков поставили, фулл АОЕ по жукам. Мистери по жукам, не по боссу. 4, 3, 2, 1. Они зарылись. Ну, потому что сферы нету, кому убивать. Ну ждем, пока выкопаются. Там у них ХП не дохуя. Мистери, блять, что непонятного тебе? Ты Оман знаешь, что такое? Да, я переключался. Ну. А Оман знаешь, что такое? Жуков бьем, АОЕ фулл даем. Сейчас вторые выйдут. Боссу только не надо с меня там. Новые жуки выходят, готовимся их ловить. Старых доливайте быстрее. Забывайте про босса, добивайте жуков. Новые жуки вышли, фулл АОЕ даем. Фулл АОЕ это значит фулл АОЕ, а не босса. Стан дайте. Уводи. Да, здесь он будет зарываться. Под лужей? Да. Все, уходим в треугольник. Сверху на дальнем звейте. Есть одна. Так, первый Шектор, да? Шектор, готов. Все, все в обратку уходим. Тянет, стой, тянет. Уж все уже пошли в этот... В обратку. Где босс был? В ромбик. Я уже скинул. Прямо в ромбик идем и одновременно этих Шектор петухов бьем. Седжи, стой. Будет 2 секунды боба, заходишь. Уйди, да? не заходи. 2 секунды боба заходишь. Ну и куда ты побежал от лужи? Куда ты побежал? Ебать. Лужи, иди. Пиздец. Короче, кайте. Я не... дам боб. Давай. Лёха, ты? Дал. Не заходи, только не заходи. Все, появится сейчас через 3 секунды. Все, появился. Давай на этой луже тогда. Помощники 5 секунд. Раз тут лужа есть, червей добивайте в первую очередь. На этой луже тогда жуков подводите сюда. Ануба забери. Дэм, что у тебя за активация там, нахуй, ёбаный урон? Ай, ебать. Берните. Убили танка. Не, ложитесь. Не, уже не надо. Ну, может быть, мы сможем 50 опыта? Нет. Нет. Не сможем. Во-первых, понятия вообще абсолютно нет, что делать на перебежках. Во-вторых, я не сказал еще, что надо луж сначала. Вообще, этот... надо было две лужи разлить слева, да... справа, боку от босса, как на офе делали. Оно же сбивается, у нас два паладина танки.
Я про эти. Я про лужи. Их бы грипнуть, а у нас ни гриппа, нихуя нет. И ну, шарики на лужу не надо оставить. А я говорил, ну да, но а не обязательно. Червей, а у нас два паладина танки, они как бы просто этим своим сбивают. Вопрос не в этом, понимаешь? Вопрос в том. Они не в одно и в то же время. Не в одно время, ну не знаю. Вопрос не в том, что. Ну, вопрос в том, что нужно дать дамага босса и его перевести, блять. Ну, у нас не хватит IQ людей бегать и две лужи всего хлопать за одну закопку за минуту. Это очень сложно. Это надо, блядь, очень четко понимать, как позиционировать. Ну, кроме этой тактики, ну, единственное, что грипнуть лужи получается, если немножко пошире поставить. А кто там на замене есть? Хрюк? Пусть заходит. Две лужи, в одной луже держат мобов, да? В одной босс. Плава, меня замените. И вообще боссы вне лужи, да? Иди. Так. Кто на ДКшника хочет зайти? Он ходит и стоит. Кто еще на ДКшника хочет зайти? Есть такие? Грипнуть надо. О, на Эльнуре его плюсует, будет у вас шакал. Ой, ты тут? Тут. Если что, могу на блокера зайти. А что, блокер работает уже? Ну, не знаю, вроде и работает, или я такой знаю. Так ты некоторые тестил или нет? Работают, а некоторые нет. Нет, не тестил. Ну, говорят, на прошлом году с блокером закрыли. Я хуй знает. Да, парни, давайте удачи. Да, счастливо. Давай, протуйся, шаман, тогда. Так. Кто на ДКшника зайдет? У кого-то есть ДКшник? А зачем тут ДК? Ладно, нахуй, короче, ставьте шкаф, похуй. Поебать, два трая дадим и расход. Никому ничего не надо, блять. У меня есть ДК 250 и 12 кадр поезда. Давай так попробуем. Так, сколько в итоге у него было-то, блять? Минута 20 на земле и минута закопка, вроде так. По-моему, так, да. Там кто теперь танчит? Так же? Ну, Жуков. Этот самый... Это... Смотри, давай, знаешь, как сделаем. Хурюк. Понял, да, примерно какое расстояние между... Чтоб, короче, был промежуток. И я поставил между двумя лужами босса и... Ну, АУЕшка шла по боссу. Одну глыбу, короче, вот которая... Которая вот тут висит в звезде, РДДшники разобьете. Ну там какой-нибудь РДДшник сова, Вадикон там, или маг какой-нибудь, ебанете. А ты, Хурюк, вторую сферку грипнешь по отношению к этой хуйне. Она же летает туда-сюда. Ты по отношению к ней грипнешь. Вот, и это, и разобьешь. Так, чтобы было между ними такое расстояние, чтобы я босса поставил. И на эти две лужи два пала будут жуков ставить. Там вы будете уешь этих жуков с РДДшниками, с миликами. Вот, давай посмотрим. А что я танчу, что ли? Ну да, давай, хули, кому еще танчить? Вот. Потом, короче, уведу босса. На минуте где-то поведу его от вас. Будете вторую пачку жуков добивать. Если, короче, так не получится... Попробуем блокера зайдет.
Посмотрим, работает он, не работает, я хуй ты не шарю. Так, подходите. 5, 4, 3, 2, 1. Так, вот одна есть. Ну, РДД, я просил вас. И вообще хуй кто чё бил. Хурюк грипанул. Тебе надо было грипануть после того, как РДД разобьет. А ты видишь же, где они стоят? Одна вообще с центра меня... летела, а другая с другого края. Все, меня заморозило. Вот, и бейте жуков. Палы, надеюсь, понимают, как, куда надо поставить. Слева, справа, да. Зарылся, да? Да, заебись. Охуенно. Ну, уже далеко. Здесь. Вот все заебись, только еще между лужами поменьше расстояние. Хурюк, ты грипаешь не первый, а второй. То есть сначала РДДшники раздуплятся, разобьют сферку, которую я им показал звездой. Вот под боссом вот это зачем? Ясно нахуй, все понятно, блядь. Я еще и таймер не запустил, блядь. Очень ладно, чисто по ощущениям ложу босса, добивайте жуков. Не, это залупа. Столько хп ему сносить, у нас будет, ну, не знаю, может быть, да, две закупки, может, получится. Попробуем. Значит, босс сейчас отсюда, от паутины, пойдет к вам. Первый шектор, да? Ну да. С той стороны разбейте лужу. Босс сейчас с той стороны будем танчить. Не забывайте, там надо скоробеев бить. А, там еще копатели живые. И по такому же принципу, вот хурюк, вот сюда грипанешь. То там бегите с этой хуйней. Куда ты не бежишь? Заходи. Уйди отсюда, блядь, с этой лужи. Не заходи, не заходи. В другой... Бля. Вот теперь можно... Не, заходить. Нахуй, ну... Они не знают, что делать. Они не знают, что делать. Здесь, ну, нехуй делать, блядь. Я не знаю, в тупую тактику блокера убивать. Вы же не понимаете, что шаров всего 6, и они не ресуются. Нахуй надо, да, это знать. Это же надо все с нуля рассказывать. Люди вообще не вдупляют, что делать. Машин все нет. Так, ну, тут надо 800 IQ, нахуй. Надо тактику посмотреть, как люди убивали по-нормальному. Ложитесь, конечно. А, не надо. Сфер потом не останется, и будет мобы, блять, шо тут всех. Этот. Ну, зайди на блокера, посмотрим, работает он или нет. Я не знаю. Говорили, что не работает. Я видел, в принципе, обнову там. Что-то по 1% за удар он снимает, как он называется, avoidance, уклонение парирования. А может, пусть держит, мы четверых заливаем? Или не получится? Ну, если заливать, то должно получиться. Бьем-бьем босса, он собрал, агро набрал, слили, опять босса переключились. Да-да, можно попробовать. Главное, чтобы его не шотнуло. Сейчас надо посмотреть, не распылил ли я шмот еще. Ну, распылил, так значит сразу чилить пойдем. Так, что там, место освободить надо или нет? Пока не надо. Да, место я говорю, уже сам себя заеду. А, понял. Чтоб нуба убивать, надо не ебланить. Надо, чтоб все знали, что делать. Они так... Либо... Во время... Расскажите, блядь, вы типа, блядь... Либо по второму варианту одну лужу делать. Ставить жопу босса в эту лужу. Не одну, то есть не две, а одну делать. Ну и сферки, которые висят в воздухе, 5 штук оставшихся, их нельзя трогать. Надо вот это вам понимать, чтобы никакого АУЕ не было, которое в воздух бьет. То есть, вот. И в эту лужу заводить 2 моба, а не 4. И один танк, второй будет. То есть ДД побольше будет. Блять, вы мне объясните, пожалуйста, у кого... Равист, я тебя офнул. Это пиздец. Вот это ваша активация, блять. Значит, а два жука будут контролиться пристами. То есть, два на подходе контролятся. Ну и секунд... Там что там по таймеру, что не... Раз в 20, или раз в 30, сука, секунд выходит. Ну, короче, надо будет заливать... Это просто они будут скапливаться.
Надо, чтобы люди, игроки видели. Вот, например, мы убили двоих. Нет, они не будут скапливаться. Ты посмотри, какой тут ДПС, блядь, у людей. У людей по двадцатке ДПС. Просто надо его правильно использовать. Не стоять, да, там, вот, не знать, что делать, нахуй, охуярить. Ну, да. И вот смотри, мы, например, двоих убиваем, да? И вот человек, ну как, вообще каждый РДДшник должен знать, что мы, если мы убили, надо сбить шаклы, и чтобы босс пошел. Ой, мобы пошли. Ты зашел там? Сейчас зашмотрим. А не такое чисто, у босса увидел, все, бьет босса и все. Сейчас, нахуй, если нету шмота, еще разок попробуем с одной лужей, с одним танком, вторым, то есть Лингрен будет. Два жука, значит, держишь первых, ну, ближайших, то есть с той и с той стороны ближайших. Дальние жуки, это будет присты Геншин Стури там контролить. Вот. Вот еще объясни, типа, челам и мне тоже, типа, что делать, если, блядь, ну, типа, тебя преследуют. Я пиздец, вот 100 лет не был. Тебе боб дается? Объясняю, смотри, объясняю всем, что делать, когда вас преследуют. Объясняю на простых словах. Значит, под землей босс находится минуту. За минуту нужно от него бегать и кайтить его. Шипы выбирают случайного игрока из 25 и идут за ним. Сначала медленно, потом быстро. Когда они идут быстро, они доходят и шотают. То есть там по 20 тысяч секунд урона физухи. Они шотают вас, то есть вы сдохнете. Вот, когда медленно идут, там поменьше бьют, и можно как-то успеть там один тик словить и в лужу забежать. Вот, когда он врезается в лужу, он меняет таргет и начинает опять медленно идти, потом ускоряться. То есть через секунд, может, 10, он сначала медленно идет, потом он ускоряется. Ну, я не считал. Вот, смысл какой? Когда цель, вот Ануб, где Ануб стоит, да, если там он закопался, и цель находится у паутины, то, блядь, естественно, по законам, блядь, времени, он до туда будет дольше идти. Задача какая? Сделать, чтобы между целью и шипом, вот он врезался в лужу, да, вот где он стоит, там лужа, он врезался туда, там челик прибежал, и ему дольше, соответственно, будет идти до паутины, чем до центра комнаты. Правильно, блядь, в два раза дольше. Правильно, блядь. Вот. Ваша задача, когда челик идет в одну сторону комнаты, к луже, всем остальным 24 людям надо идти в противоположную сторону, к дальней луже, которая на противоположной стороне. Вот. Когда выбирает одного челика, вот, что делает боб? Боб дает 10 секунд неуязвимости к физическому урону. Вы стоите. Вы знать должны, что на вас кинется боб. Паладин должен его кинуть. Паладин кидает боб. Вы смотрите на время, сколько осталось до боба. Стоите рядом с лужей. Не запрыгивайте, сука, через 2 секунды в лужу. Вы стоите и смотрите. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И на двоечке где-то примерно прыгаете в лужу. В луже шипы взрываются. Весь рейд за эти 10 секунд уже на противоположной стороне комнаты. Тем самым мы кайтим босса, и босс через минуту выкапывается, никого не убив. На пути шипов нельзя стоять. В это время все 24 остальных человека бьют скоробеев. Потому что если их не бить, они стакают на людях доту, нахуй, которые их шотнет, блядь, на последней фазе. Какие еще вопросы есть? Кто свалил? Ну, вроде на этого зайдем. Посмотрим. Если хотите вообще на будущее сюда гонять, там, твинами, ничего, то единственное несложное, тут, блядь, раз, два, три, и все готово. Оно, блядь, в актуале, мы когда по 10к ДПС давали, это все шоталось, нахуй. Если хотите сюда гонять... Если есть интерес, прочитайте, пожалуйста, тактику, блядь. Посмотрите видос ФК, там, как парагоны били. Они, кстати, первые лича, и Ануба тоже первые убили. Вот как у них бьется, я так хотел, но это, блядь, для нашего рейда пока что нереально. Это надо дохуя вайпов. Сейчас с одной лужей попробуем. Сейчас, если с блокером не получится, еще, может, попробуем. И все. Где ты там? Ты плюсанешь куда-нибудь? Сейчас. Что у тебя там, блядь, по разным сумкам раскинут шмот? Есть макрос на avoidance? Я не помню просто. Нахуя он тебе, блядь? Ну просто посмотреть, сколько у меня. Ты сложить можешь? Мы сейчас присумоним тебя.
забафаем, там еще дохуя же процентов идет. Нахуя тебе сейчас макрос? Там еще каска, еще лапка, еще горн, блядь, и вся эта хуйня застакается. Что там еще? На силу какая-нибудь хуйня, и да, или что-то опять. Просто куда есть. Плюс? Ну куда? В чат орды плюс они. Так. Ставьте. Находилку макрос кинул. Ставьте. Ну макрос надо забафать, чтобы тыкать макрос. Сейчас смысл проверять, у тебя бафов нет. Принимай смон тут. Тут сейчас я рыбу ебану. Вот рыба еще. Ну она в принципе нихуя тебе не апает. Мне надо какую-то еду. Так, чё, в одного блокера пробуем? Да, сейчас пробуем в одного. Окей, спекаюсь. Ну блокер это чё получается? Хурюк там грипанет. Вот примерно сюда, звезду. Так, ну тогда сетжу с криптоком ваши два жука. Со стороны кружка идут. Ну а история твой на пул ближе к звезде. Вот со стороны ромбика. Только ближнего можешь в принципе не напуливать, он его дотянется, стаунтить. А когда напуливается? В блокера, которого мы сейчас сумоним. Он не сумонится чуть-чуть это. Ебать, я пожалел уже, нахуй, что я ну, ебаную эту хуйню пошел, ну хоть выбор выпал. Вот он блокер, смотрите, блять. Последний раз его видите. Ну так что там, тыкнул ты макрос? Бафы дали? Давай макрос закинем. Вон там горн есть. Это присты, его нельзя щитовать. Шектор нельзя Т4 на него юзать. Только частица на нем должна быть. То есть абсорб на нем не должен быть. Его щитов не кидать еще раз. Ты нельзя кидать на него, потому что. Да похуй, короче. Нерабочий макрос. Там что-то лишнее. Все, похую. Убьет, значит, все, значит, лох. Это давайте попробуем. Ну, типа. Да, все работает. Значит, хурюк, в звезду грипнешь сферу, он там будет танчить. И в эту сферу не забегать. Если типа кто-то с блокером бил, я хуй знает. Так посмотреть, как вы бегаете, это, ну. Походу вы ВК вообще никогда не были. Султан, ты заходишь? Где Султан, блядь? Ой, блядь. Я ебал эту хуйню. Султан. Как-то. С Бэджин он, блядь, вообще комик на самом деле, он, блядь, весельчак. Похуй на Султана, короче, даю на отсчет нахуй. Таймер там запускаешь. Ну я запустил, но я хуй знает нахуй надо вообще-то. Вроде как на 30 секунде, да? Примерно так помню. 28, еще что-то там. Так, кто-то не напулил жука, и вы думаете, надо его под босса завести. Но вы ошибаетесь, надо его подвести к блокеру. Рарник, у тебя что там, неистовство включено, что-то не могу вкурить. Ой, бля. По себе сальву дай. Так, значит, так как появляется дебаф на блоке сигарет, наверное, блокер не работает. Да, понятно. Можно забыть про блокера. Надо убивать с IQ 800+. Давайте падаем. Вот так вот. А вообще... Вот эти уёбки, ну, админы Сируса, они... Ну, конкретные дауны, блядь. Вот X4 просто вырос на блокере. То есть на блокере проносил, как бичи.
Теперь они нихуя не могут. А вот те, кто на X5 сейчас играет, им заговнили, им это ИВК хай-контент сделали. И им сделали вот такую хуйню, то есть без блокера. И они там теперь, блядь... Ну, жопу рвут. Жопу рвут, да. Тут на самом деле сложного ничего нет. Сейчас попробуем еще разок. Давай обратно на ШП. Лингрен один танк. Ну, давай, я блокер и успеваю подержать. Пока вы заберетесь. Да, в принципе, давай попробуем, похуй. Давай. Просто так же, но всех мобов под меня просто согласен. Я бы, конечно, не согласился, я бы с Лингреном лучше бил. А что за скорбей? Сейчас один тайм. А что это за хуйня? Это, сейчас подождите, мы сдохнем. Не давайте диван, блять. Все, теперь заходите. Там, наверное, 20 человек ошибку словили. Так что могу поздравить. Короче, тактика такая. Одна лужа. За лужи отвечает за разбивание луж Водикон. Вот, разбил лужу, я к ней подвожу жопу босса. Туда ведутся два жука первых, два жука вторых. Контролятся этим, как он называется? Скажи мне, блядь. Шаклом. Турит там и этим, блядь. Турит, ты в дисе? Пока я не могу. Давайте его в дис загоняйте. А, ты в дис? Ты пиздани что-нибудь. Ты пиздеть можешь? Алло. Да, смотрите, я вам ассистов дал. Ну давай, ты, короче, с одной стороны. Там, ну, стороны поделите, я не буду метки ставить. Хули я, блядь, вам как в детском саду. С Геншином поделите стороны. Кто с этой, кто с другой стороны. Я ебал это ИВК, блять, сука. Сейчас, если по этой ебанем. Ну, задача какая? Очень простая. Тут два приста шаклами работают, два жука подводятся под жопу и зергается вместе с боссом. Но обязательно, смотрите, имейте в виду, вам жуков надо залить не дольше, чем за 10 секунд. Если будет дольше, и присты, соответственно, когда увидите, что у жуков уже 10%, можете отпускать этих жуков. И смотрите, чтобы вы стояли как-то там слева-справа от этой хуйни. От лужи, чтобы на танка шли мобы. Чтобы он их успел как-то перехватить. Или на пульте их, я хуй знаю. Сейчас посмотрим. Мистери. А, это не мистери, это султан. Короче, устал челик. Свет выключили. А, понятно. Посмотрим, какие видосы будут. По гигу по 2 весят, блядь. 1.5 гига 2. Т4500 битрейт. God of War записываю. Так. Ну нормально. Главное, что FPS не побежал. Чё говоришь? Борн, дай. Так, чё, вар будет их держать? Да. Да, под боссом просто подведу, вы мне на пульте, и вы просто заливаете, и всё. Ты, короче, будь, останься в танке, нахуй, вдруг. Это, будь. Ладно, в танке. Давай. Подведёшь к нему этих, тех, которых шакло выпустят, чтобы эти роги не напрягались. Короче, максимальный ДПС босса. Сейчас даю отчет. Готовьтесь. 5, 4, 3, 2, 1. Сделал уже разбитая. Одна. А, вот она. Все. Ебать, она далеко, конечно. Ну вот сюда, в жопу босса, ставите этих жуков. А что там, вторая еще? Да, вторую ебанули. Ну, вы, наверное, ну... Надо по-китайски хуярить вам, да? Объяснять, хуй когда, да? Вот
Ай, блядь. Я просто не. Я просто сейчас разойдусь. Ну я же говорю, ну босса-то бить надо вместе с жуками, нахуй. Или что вы дрочите-то, блядь? Сами по себе играете, как в голову сбредет, блядь. Ну, нет, блоки работают, кстати. Ни одного стака нет. Конечно, работает, потому что два жука, нахуй. Четыре ты не выдержишь. Снимайте, вы чё спите? Снимайте, снимайте. Сейчас, ДД, не спите. Сейчас вторая пачка уже через секунду выйдет. Ну чё там, как дела, блядь? Вон этот внезапный удар кастует моб. Заливайте жуков, нахуй. Ну, их нельзя копить. А чё, под босса их нельзя подвести или чё? Поближе или мне поставить? Короче, зарывание через секунду. Вот хурюк сдох, нахуй. И два жука еще целых. Минус лужа. 5 луж осталось. Хурюк лежит. Давай резну хурюка. А ты сбить лужу забыл, Вадикон? Ну, он лужа есть там. Тут, блядь, без... Ебать, Вадикон, это кто-то кроме тебя, да, бьет? Потом по сферам урон не конете. Нет, тут, ну, тут нехуй делать. Тут надо, блядь... Сам себе боб дам. Надо мозг включать, а не играть как попало, нахуй. Вроде объясняешь, блядь, один хуй. Так, это получается третий шар разбитый, да? Через сколько он там выходит? Он выйдет, выйдет, 5 секунд. Все, он сейчас выходит. Дайте, да. Дайте. На этой луже будем бить. Вот где стоит вот эта лужа. Сюда жуков, значит, ближайших двух ведешь, дальних двух присты контролем. Ну, ведете там, Лингрид подведешь к нему. Вот в жопу босса надо поставить жуков. Первые два заливаем. Не вижу. Ну ладно. Пускай так. Зергаем жуков. Жуков поближе к боссу, чтобы, блядь, босс... У босса это хп 60 еще процентов. Он еще жук. В принципе, там Лингрен с танами поможет. Второго уже подводите, освобождайте его, блядь. Че, по одному жуку бить? Подводите, танки забирайте. Так, две закопки. На вторую закопку у нас... Нам надо только две лужи взорвать. Третью нельзя взорвать. А бопов потратили сколько? Три? Два. И Лингрен потратил. Это три. А вторая закупка будет по-любому. Можешь увидишь? Давай. Закупка через 5 секунд. Идите к паутине. И жуков добивайте. На лужу жуков. Ребят, зря вы пауков на этом на расстоянии. Давай, кто там на ком боб? У кого боб последний? Четверо, я дам. Или ты сам себе дашь? А, у тебя нету. Дам. Да я дал, стой, бля. Зачем так, что, ну, проем? Лужу подтяните сюда, вот поближе. Беги. Хурюк, подтяни шарик ближе на круг. Грипни, если добежишь. Где он, хурюк, то я не вижу. Вот. Почти то, что хотели. Это последняя сфера, которую можно взорвать шипами. Теперь юзайте свои эти тапки и все. Нам нужна еще сфера, чтобы держать жуков и бить их на второй фазе. На последней. Так, до появления. А, сдохнуть решили. Дай, да? Боб. Бля. А нету бопов. Ну типа вот и ответ, блять. Ладно, давай пробуем. Вот лужа. О. Сюда жуков ставим. Давайте Геру приводим босса. Не надо переводить. Надо. Так, надо. Надо переводить. Вариантов нету. Два жука. Также все с жуками играем. Значит, Вадикон рез из Шектора. Они не видят, они шакл сбили. Ну, чьи это проблемы? Это звездопад. 3% босса переводим, жуков заливаем одновременно. Стану. Там можно еще залить, сейчас только надо на второй фазе поиграть. Давай.
Так что там, танк? А чё вот эти вот люди сдыхают, от чего? Мужики их убивают как-то или чё? Я тут захуярил. Смотри, как сдохли. Охуенно. Не, убить можно, только надо не ебланить. Вот, а вот этих надо все контролить, да, получается? Ну я не знаю, там 10 лямов на боссе, плюс он хилится, ДД не так много у нас живых. Фингерин держит. Ну, тем, что сейчас осталось от рейда, уже не убить. Копить жуков не вариант. Ну, шаг-то только 2. Выйдет еще сейчас 4 жука делать. Ну, в общем, убить можно, только надо тут сидеть основательно. Надо нормально играть на перебежках. Ладно. Это, падайте. Не хильте, чё вы, блядь, весь рейд мёртвый. Всё, пизду. Эту хуйню давайте в другой раз как-нибудь. Если захотите, конечно. Я особо не горю желанием здесь сидеть, траить. Но надо, чтобы подготовились, как-то почитали, там, чё босс делает. Вообще, зачем бегать? Ну, ханта хотя бы нам надо. Чё? Чтобы выступление снимал? Нет, чтобы это... Чё там? Вот эти шаклы, видишь, мы сбиваем. Что-то вы, блядь, у вас там минус один, вы молчите, ничего не говорите, блядь. Чё говоришь, Биг Дэм? Я говорю, вы, блядь, бьёте в 24, молчите, ничего не говорите, блядь. А, да тут это... Нехуй, тут делать. Нехуй делать, блядь, тут, ну... Тут надо, блядь, пиздец, штудировать.